30 мая 2019 года сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери 0005 на улице Республиканской в районе дома 13 города Твери попытались остановить водителя автомобиля ВАЗ. Мужчина не выполнил законное требование автоинспекторов об остановке. Полицейские организовали преследование. Водитель на неоднократные требования остановиться не реагировал и продолжал движение. Водитель автомобиля ВАЗ на большой скорости попытался скрыться по проспекту Ленина в сторону улицы Советской. Нарушитель двигался со скоростью около 130 км в час, периодически теряя контроль над управлением своего автомобиля, проезжая перекрестки на запрещающие сигналы светофора. Такие действия мужчины на дороге могли привести к трагедии. Полицейские решили применить табельное оружие. Автоинспекторы предупредили водителя о применении оружия, сделали предупредительный выстрел в безопасном направлении, а затем произвели 4 прицельных выстрела по заднему колесу. В результате произведенных выстрелов у ВАЗа было повреждено заднее левое колесо, после чего он свернул во двор дома по адресу город Тверь, проспект Чайковского, 31, и уперся в закрытый шлагбаум. Мужчина не собирался сдаваться, покинул автомобиль и стал убегать. Нарушитель успел пересечь проспект Чайковского и был задержан. Автоинспекторы применили в отношении мужчины наручники. Водитель имел явные признаки наркотического опьянения. При проверке по электронным базам выяснилось, что он не имеет права управления транспортными средствами. Полицейские составили в отношении него ряд административных материалов, в том числе за неостановку на законное требование сотрудников полиции, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 4 проезда на запрещающий сигнал светофора. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в центральный отдел полиции.